Так, смотрите, если вы захотели наклеить, допустим, на машину какие-то вот облицовочные элементы, понадобится двухсторонний скотч. Что такое двухсторонний скотч? Из себя он представляет вот такую вот липкую ленту. Вот, она липкая с обоих сторон. Отдираем вот эту вот беленькую штучку и приклеиваем. Одной стороны до машины, второй стороной до приклеиваемой детали. Вот, как видите, здесь даже на фото показано, как это делать.